Областная прокуратура сегодня собирала жалобы горожан на работу общественного транспорта. Причем, несмотря на определенные проблемы в этом вопросе, в Великом Новгороде обращений оказалось не так и много. Возможно, повлиял тот факт, что ситуация с транспортным обслуживанием стабилизируется. За время работы горячей линии в прокуратуру поступило 13 звонков. В основном граждане жаловались на то, что общественный транспорт ходит не по расписанию, а на оживленных маршрутах работают автобусы малой вместимости. Ни один из обратившихся к нам заявителей указывает на то, что по маршруту 101 утром, в утреннее время, подается автобус ПАЗик. И, соответственно, вместимостью, не позволяющей всем гражданам в утреннее время, так сказать, поехать на данном транспорте по месту работы. Причем новгородцы критиковали работу не только автобусного парка, но и других перевозчиков. По всем поступившим обращениям будут проведены проверки и при выявлении нарушений закона приняты меры прокурорского реагирования.